15 апреля дорожно-транспортное происшествие у дома номер 26 по проспекту Чайковского. Столкнулись два автомобиля. Пострадал человек. Вольво и Митсубиши двигались в попутном направлении по Чайковского в сторону вокзала. Практически сразу за площадью Копошвара Вольво пошла на разворот. Я ехал по крайней полосе, включил поворотник и начал переходить на разворот. Машина была вдалеке, меня въехали. Ага. То есть здесь вина чья, по-вашему? По-нашему, вот. Вот этого автомобиля, да? Да, ну, скорее всего, да. Водитель Вольво не пострадал, а вот 65-летнему мужчине, находившемуся за рулем Митсубиши, потребовалась экстренная помощь медиков. Врачи диагностировали у него травму шейного отдела позвоночника и черепно-мозговую травму. От госпитализации мужчина отказался. Мужчина пояснил, что Вольво подрезала его машину. Сначала обогнала справа, а потом встала поперек и стала перед ним разворачиваться. Степень вины участников аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Признаков алкогольного опьянения у водителей столкнувшихся машин нет, пояснили нам сотрудники ГАИ.